Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов из Сочи, агентство недвижимости СССР. Вы находитесь на моем канале и смотрите здесь ролики на периодической основе. Все из-за того, что я сюда выкладываю очень интересные, выгодные, недорогие предложения по недвижимости в Сочи, на которых можно хорошо заработать, купив для инвестиций, или же купить для себя по очень выгодным ценам. Именно поэтому за моей спиной сейчас находится жилой комплекс Вивальди. Да-да, это именно тот комплекс, который ровно год назад стартовал, и вот он достроен. Мы к нему присматривались, и на данный момент мы видим, что комплекс действительно построен, он выполнен из очень хороших, качественных материалов. Как видите, клинкерная плитка, алюминиевое остекление используется в входной группе, и также очень дорогие материалы элементов внутреннего декора. Почему мы здесь? Да все потому, что здесь есть две квартиры, которые нужно покупать прямо здесь и прямо сейчас. Объясню почему. Дело в том, что это Соболевка. Соболевку я не очень люблю, но мы живем, понимаете, в Сочи, и исходя из этого мы должны все-таки оценивать те или иные объекты в рамках той системы координат, в рамках которой они находятся. То есть оценивать относительно другой недвижимости в городе Сочи. А здесь, на Соболевке, есть очень классное место, где построен Green Palace. И цены там 140, 180, 150 тысяч, они варьируются. Вот здесь вот вы можете сейчас приобрести себе квартиру по 105 тысяч рублей за квадратный метр. 105 тысяч рублей за квадратный метр. Почему я обращаю внимание именно на этот комплекс именно сейчас? Потому что, во-первых, он построен. И, как видите, построено очень хорошо. Сейчас кто досмотрит видео до конца, в конце я покажу эти две квартиры, которые сейчас выставлены, да, по акции. И также посмотрите элементы внутренней отделки, убедитесь в том, что она очень хорошая, качественная. Также, эти квартиры стоят, одна стоит 2,5 миллиона, другая 2,800. Это именно тот бюджет, в который сейчас заходят люди, и который самый-самый популярный, самый-самый ходовой для студии там, в 5-10 минут езды от центра города. Допустим, взять, если Green Palace, там такие студии стоят 4, 4,5 и там, 5 миллионов рублей. Это зависит, как говорится, от жадности или от, скажем так, особенностей того или иного инвестора, но не менее 4 миллионов рублей. Сейчас вы можете купить ее за 2,5, за 2,800. Это очень хорошее предложение. Далее, друзья, на данный момент в этом доме есть абсолютно все документы, которые должны быть на текущий момент, на текущий этап стройки. Это выписка на дом, это техусловия на коммуникации, все коммуникации центральные. Это немаловажно, потому что многих отпугивает локальные очистные сооружения, хотя они сейчас очень современные, и вы понимаете, что они, скажем так, не такие, как, допустим, 10, даже 5 лет назад. И, конечно же, здесь нужно понимать, что вот эта локация, она, да, здесь есть особенности, мы их обязательно посмотрим. В конце я покажу дорогу до, давайте до Зимнего театра покажу дорогу, да, чтобы у вас было понимание, или до Курортного проспекта. Сколько же здесь занимает дорога, и почему Соболевку любят именно за это. Я ее не очень люблю, но, опять же, покупают из-за близости к Курортному проспекту. О минусах мы поговорим позже, во время дороги. А теперь я предлагаю вам пройти и посмотреть эти две квартиры, которые нужно брать здесь и сейчас. Кстати, еще один момент. Короткий промежуток времени. Дом готов, выписка на дом есть, свидетельство, то есть, да, и таким образом здесь идет раздел. Это занимает обычно там 2-3 месяца, и после этого здесь уже есть документы, согласно которым вы можете продавать свою недвижимость или же оставить ее себе, начать делать ремонт. Поэтому короткий промежуток времени, небольшая цена, высокая готовность дома, дорогие материалы – это то, что является основополагающим фактором для того, чтобы покупать недвижимость в этом объекте прямо здесь и прямо сейчас. И бюджет, не забываем, недорогой бюджет. Пойдемте смотреть. Вот так он выглядит снаружи, этот комплекс. Вот на входная алюминиевая группа, аж на два входа. Хорошая клинкерная плитка, вообще элитная отделка, можно сказать, такая, знаете, жемчужина на Соболевке. Здесь будет располагаться бассейн, два больших заезда, то есть никаких пробок, ничего там неудобного не будет. А здесь будет располагаться второй корпус. Давайте смотреть сами квартиры. Смотрите, хорошая алюминиевая фурнитура. Стеклопакеты СТИС из Краснодара. Две входных группы, как я уже сказал. И обратите внимание на внутреннюю отделку, элементы внутреннего декора. Замечательная фактурная штукатурка, элементы, осветительные элементы потолка. Вот. На самом деле очень красиво все.
Очень красиво, очень качественно. И посмотрите, какой керамогранит. Хороший, дорогой, тоже фактурный. Квартира у нас по акции на втором этаже. Здесь, пожалуй, только двери не стоят, а так все готово к эксплуатации. Специальное помещение, где будут спрятаны все коммуникации. В коридоре ничего не будет, как вы видите. Это, конечно, редкость для Большого Сочи. Итак, у нас две квартиры на обзоре. Это получается вот эта квартира. Она площадью 28 с копейками квадратных метров. Обратите внимание, здесь все по уму сделано. Это водоотводы для кондиционеров. То есть никаких там, скажем так, кабель-трасс или капающих кондиционеров с фасада. Ничего этого не будет. Это очень грамотно продуманное решение. Ну, знаете, детали не имеют решающего значения. Детали решают все. Вот такая вот студия. Два окошечка. Я бы ее вообще, в принципе, никак не перегораживал. Но если кто-то захочет, ее можно перегородить. Выделить небольшую спальничку, например, для того, чтобы детки или кто-то, например, там имел возможность уединиться в своем пространстве. Вот так она выгораживается. Просто спальная зона такая. И у вас есть там кроватка, телевизор, какой-то столик и так далее. А это второй этаж, вид на зелень, частный сектор и вот такой вот прекрасный коттедж. Все коммуникации, повторюсь, центральные. Здесь также будет газ. За газ доплата 150 тысяч стандартно. Это у нас телевидение, интернет, электричество. Она, как я уже сказал, стоит 2 800 с копейками. Ну, грубо 2 800 сделаем такую цену. И десятая квартира еще. Седьмая, восьмая, девятая и десятая. Вот эта квартира. Другие нет смысла рассматривать. Они уже по гораздо более высокой цене. И, конечно же, не настолько привлекательны. Все то же самое. Все коммуникации. Водоотводы для кондиционеров. Выделен санузел здесь должен быть. Коммуникации спрятаны в короб. Здесь кухня планируется и такая студия. Здесь это так солнечно, хорошо. Со второго этажа, конечно, никакого моря не видно, но с третьего уже видно такая полоса приличная. Вот. Тут вот вид, скажем так, соседний огород, так скажем. Здесь будет лужайка, приятный, так скажем, пейзаж. В принципе, вот такие вот две квартиры у нас на обзоре. Эта квартира стоит 2,5 миллиона рублей. Покупать их будут по той простой причине, что это рядом с центром Сочи. И сейчас вы в этом убедитесь. Сейчас проедем и покажем вам дорогу. Ну что, вот мы поворачиваем с улицы Лизы Чайкиной и едем в сторону улицы Пионерской. Посмотрим, сколько это по времени займет. Все будет в режиме реального времени. Так что наблюдайте. Вот здесь такой главный пятачок Соболевки, где, собственно, проходит два единственных маршрута, которые здесь есть. Это 14-й и, по-моему, 13-й, что ли. Ну, в общем, какой-то здесь есть. Кому интересно, напишите мне, я вам точку на карте отправлю, в Дубльгисе посмотрите. Ну, вот как я и говорил, да, обстановка такая, то есть нет тротуаров, нет пешеходов, пешеходных переходов, да, вот люди вынуждены ходить вот так вот вдоль дороги, но... Это Соболевка, друзья. Здесь все так. То есть вся недвижимость, которая продается на Соболевке, которая даже в полтора раза дороже, чем эти квартиры, они тоже продаются абсолютно так же. То есть тем людям, которые согласны на такие условия. Поэтому дело, кому-то она не подойдет. Но тем людям, кому нужна недвижимость, допустим, там, в 10 минут езды от работы, например, человек работает в центральном Сочи, да, ему нужна там вот эта вот квартирка, так, да, так скажем, то он, конечно, ее купит, в любом случае. Вот, тем более, сюда заезд есть с нескольких сторон. То есть это и с Лысой горы можно попасть, но там, конечно, никто не ездит. С Фабрициуса, по сути, с Альпийской можно попасть туда, да, и с Пионерской. То есть 4 заезда, поэтому это и есть очень-очень востребованный район. И он находится в непосредственной близости от... фактически от курортного проспекта, от Светланы там и так далее. Вот, собственно, мы уже на улице Пионерской едем. И, я думаю, минут через
5-7 мы будем уже на курортном проспекте. Давайте посмотрим. Мне самому интересно, сколько у нас займет эта дорога. Здесь, как вы видите, пешком пройти тяжеловато, конечно. Либо на автобусе, на общественном транспорте, либо на своем собственном автомобиле. Потому что я не представляю, допустим, человек ночью, ну, вряд ли он здесь будет идти, объективно. Вот. Поэтому эту недвижимость будет приобретать тот человек, которому в первую очередь будет двигать его бюджет, да, и близость к непосредственному рабочему месту. Вот. Потому что, ну, мы понимаем, что на курортном проспекте, на Светлане, цены просто x2, а то и x3. Поэтому Соболевка — это всегда... Ох уж это коронавирус. Шутка. Соболевка — это всегда было востребованным местом, и оно будет востребованным местом у определенных категорий граждан. Это вот, нравится вам это, не нравится, это так работает. К сожалению, у меня нет времени вам объяснять вот все детали, все нюансы, скажем так, да, которые я сам лично узнал за 3 года проживания в Сочи, но поверьте мне, это так работает. Абсолютно все риэлторы, кто работает по центральному Сочи, они именно так и рассказывают. А что, это же верх Светланы. Хотя мы прекрасно знаем, что с районом Светланой и у Соболевки там только одно общее, это первая буква названия, и все. Но, конечно, они просто апеллируют теми фактами, которые я вам перечислил, это близостью к, опять, курортному проспекту и ценой, понимаете? Если вы хотите центральный Сочи, там вы молодой человек, или там, допустим, там молодая мама, там, не знаю, да, вам нужно возить ребенка куда-то и самой работать в центральном Сочи, то это вот выгодное предложение как раз для вас. Если вы инвестор, тот человек, который зарабатывает на недвижимость в Сочи, зарабатывает на недооцененной недвижимости в Сочи, потому что переоцененной недвижимости просто куча. И сейчас во время, так скажем, условной пандемии, да, коронавируса и так далее, вам под любым предлогом втюхивают все, что угодно, потому что большинство людей, они подвержены панике, и здесь они готовы купить все, что угодно. Им говорят: покупайте, завтра будет дороже. Да, что-то будет дороже, но далеко не все. Вот такие варианты, да, они будут дороже, а вот уже какая-то элитка или еще что-то, это вряд ли. То есть если здесь идет речь, пусть о небольшом заработке, пусть, допустим, там 600, там 700, 800 тысяч, то если мы говорим про какую-то элитку, там, конечно, чем бюджет выше, тем сложнее квартиру продать. Это не я придумал, такие правила диктует рынок и экономическая ситуация в стране. К сожалению, это так. Вот мы, собственно, и подбираемся курортному проспекту. Сколько там ехали? 5 минут? 5-6 минут? Как-то так. Собственно, все. Вот он, курортный проспект. А вон там театральная площадь. Вон мы видим Зимний театр. Эксперимент. И тот путь, который мы преодолели, я считаю, он закончен. И закончен успешно. 5-6-7 минут. 5-7 минут, и вы на курортном проспекте. Едете во все стороны, туда, куда хотите. Вот они, парки и все остальное. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо огромное, что досмотрели видео до конца. Пишите, звоните, кого заинтересовали эти квартиры. И не только. Подберем вам варианты по вашему бюджету от 1,5 миллиона рублей. Мы работаем в агентстве недвижимости СССР. С вами был Павел Морозов из Сочи. Мы за народную недвижимость, за честную недвижимость по честной цене. Всем добра, побольше хорошего настроения, удачи по жизни, здоровья вам и вашим близким. Всем пока!